Всем ураган, с вами привет, и сегодня мы летим играть в Among Us, но с новыми ролями. Да-да, мы нашли новый мод, и он офигеть какой крутой. Так что не забывайте залетать на Twitch, подписываться на канал, погнали. Демон! Демон! Я чертов демон! Подожди. Что с картой? Карта вообще другая. Подожди, я могу что-то с Mad Country сделать. Ой. Ураган убил при мне, блин. Я ничего не успел понять. Кого убил? Это очень угарная музыка играет. Ураган при мне Mad Country убил. Где? Снизу, блин. Я сверху, слева, я мапу бегаю, смотрю. Не-а. Чё не-а? А-а. Ты вниз побежал, я помню. Я не был внизу. Я сначала про АФК шел, потом я побежал наверх. Мой маленький прекрасный друг Аси. Смотри, если не ты, то это Джонни, который первый, бля, гол задал, да? Да. Который стоит О2 чини, сейчас ко мне подбегает. Знаешь ты кто-то еще? Я карту пытался понять, я никого не видел. Что получается, это ураган? Тут кнопок так много добавилось. Да не я это убил! Аси, за что ты убил Mad Country? Я просто молчал, хотел посмотреть, как ты будешь вкидывать на урагана. Что, ага. Я на тобой, блядь, был такой огромный, да, огромная жопа. А снизу, блядь, тогда ты должен был увидеть, как же ураган пробежал. Я видел, как ты убил. Давай тата, без этого. Ладно, я хуй знает, в кого кидаем-то. Не, по эмоционалу Аси видно, что он реально так и видел, что так и случилось. Не, может быть, это так и было, но я реально не убивал. Чё это? Не, ну если здесь морф, ну скорее всего здесь есть морф, бля. Я бы, мне бы понять, что он... Не, я реально, я побежал. Ты нахуй мне руку оторвал, бля. Олег? Он сказал, я ушел, да. А. Ты же нахуй, у вас я пошел. Чё в итоге? Да ничего, я дизлайк поставил урагану, блядь. Ой, фак. Интересно поиграл в Among Us сегодня. Кому ебать, вот скажите честно. Мне. Хорошо. Бля, что у тебя за голова? Или что это? Гандун. Какие вот просто. Вот мог один в Джонни дать, и все, я бы не мертв был. Арин Джонни. Это Джонни меня мать, походу. Что это вообще такое? Опа, свет офнули. Не, не хочу. О! Это что такое? Это... А что вот это за штуки? А почему он с жопой на башке? Что вот это за штуки? Это что? А чё, у меня ничего... Меня зафризил кто-то. Охренеть, конечно, интересно. Вы так и будете бегать? А, подожди, это типа священный какой-то мод. Чего? Ребенок победил? Давай, флекс, не кофе, а кофе, флекс. Как я выиграл вообще? Её убивать нельзя, значит. Это просто шок. Я подошел к Mad Country. Я хотел тестнуть, что за кнопка у демона. И то херак, она быстро меняется на киотку. Ну заебись. А я шерифом был, думал, как убивать. Подожди, демон может убивать из этого? Из чего? Из кика? Не. Не, так он же Да, я Mad Country убил, но я не хотел убивать, там какая-то другая кнопка была. Подожди, а Олега кто убил? Аси, что у тебя за... Не Аси убил. Аси, что у тебя за этот, блядь? Джонни Лобби. Вопрос. А музыку можно выключить, вот эту, которая играет, или нет? Так, бля, она же флексовая. Ты только что выиграл, но просто как будто в очках ворвался в Vice City, блядь. Нейтралка! Роль... Триф? Кто такой Триф? А, я могу украсть роль! Я могу украсть роль. А ну, дай-ка я украду Аси. У нас, мне кажется, ребенок у тата украду. И что? И что произошло? Ну что случилось такое? Блять, забейте. Я попробовал нажать на эффект эту кнопку. Короче. Нормально. Аси, походу, телекинезом управляет. А что так много ролей, не понимаю, роли вообще? Бля, блять, я вот здесь, у меня вообще нет кнопок. У меня, короче, мной кто-то управляет, не мог ничего, сам ходил за кого-то. Да, 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 короче, это Джонни.
Да, сейчас в Next Round килл, я тоже, сделай, блядь, мы руки сами задушили его. Реал. Не, знаешь, ладно, если бы это не Джонни был, а вот в следующем кто-то точно скажет. Я буду стрим снайпить. Подожди, я взял, украл роль у Тато. Надо за Тату бегать. Thank you very much. Я хочу посмотреть это waypoints. Тата, вон уже скачка файлов пошла. Блин, они так охрененно карту переделали. Это просто шок. Идем чинить. Это сюда чинить? Подожди, Аси выбежал вот отсюда. Тут трупа нет. Чупикс. Аси снизу, сверху Джонни. Хорошо, без проблем. Что это? Что мы тут сделать должны? Я не могу вниз спуститься. Что это? Охренеть! Охренеть! Это угар был! Это шок! Ты прикинь, да! Короче, я специально в левую часть прям в конце пошел, чтобы... Да нет, там выбираются два человека. Это, скорее всего, роль какая-то. Либо, вряд ли это рандомная фиг, но это охрененно. Джонни, отменяй там вот этих вот всех, ну нахуй кому-то мод давать. Вы ничего не... Нет. Нет, мы ходили просто, и типа, каких-то двух рандомных чуваков взяло, и один другого захуярил. Или какая-то роль есть. Да. Подходишь, и начинается. А кто уебал кофе? Не, ну это скипаем, да. Ну типа, тут непонятно. А у нас один убийца? Так я, по-моему, в кофе как раз зарубился. Одна нейтралка. В смысле, ты снизу бегал? Да, я снизу бегал. Мы с ним сыграли, кофе умер, ну что такое, ничего не пойму. А ты ничего не... Ну, а ты вообще типа, ну, того. Я центральную кнопочку тыкнул, и все. Не, знат, я клянусь, знат, это просто, ну, типа, сущий кадр. Это просто имба. О, еще, давай! Это роль, значит, такая. Это опять знат тыкает. Короче, я понял, это импостер выбирает двух людей, которые идут файтиться. Следовательно, нам надо его, типа, так сказать, найти. Я сейчас пиздился. А ты это, откуда ты знаешь? Потому что ты юзаешь это, блядь. Нет, ну это логически, если подумать. Ну кому-нибудь вообще в голову такая мысль. Да, это логично. Так, Тато, откуда я знаю то, что у тебя сначала было как бы... Сейчас скажу, что у тебя кривмейт простой был, а потом у тебя хуйнюшка появилась, чтобы менять, типа, пиздить роли. Скажи, пожалуйста. Когда ты файлы качал в самом начале. Я только сейчас посмотрел на маску, блядь, вот Тато. Стоп, я могу менять роль? У тебя справа снизу кнопка switch. А у меня брат другой приколялся, я тебе потом объясню какой. Ладно, хорошо. Не, ну если импостер может сталкивать мирных постоянно, пока ты, то это имба какая-то. Ну тогда и тем самым, ну типа мы из этого должны сейчас понять, кто это. Я сначала... Ураган, подойди ко мне тогда. Хорошо, без проблем. А кто в первый раз? Только можно я не сдохну? Хорошо. Кто первый раз был? Я сейчас был. Был Знат и Олег. Первый раз был Знат и Олег. Я сейчас был. С кем? Со Знатом. Со Знатом. Скорее всего... Ох ты, тогда. Ащ какой-нибудь, и Мэтт Кантри. Или Мэтт Кантри. Нет. А это никак не узнать, это же делается вообще с... Ну вот да, типа, но... А может это был знатый, он вызвал сначала Олега, потом Джонни. Короче, ясно. Да не, ну типа он сказал, я рандомную кнопку тыкнул. Дорогая, я могу пожертвовать собой. Как? Ладно, сейчас. А ну-ка, мне даже интересно. Иди-ка сюда, где ты, Тато? Чё ты, крокозябр? Ля, ну у меня скин вообще имбовый. Прям максимально имбовый. Пойдем чинить, да. Вот тут вот. Тато, чего? Здорово. Like GK. Че-то мне кажется, знаете, что должно быть? Должна быть такая штука, то что... чел должен подбежать... Скандида вход ты! Тебе вообще за музыку не, я решил ебануть про... О! А я за шрифа ебанул. Бля, вы ебанутые нахуй, скажите, пожалуйста. Я задание выполнил. Подожди, блядь. Я только что перед тобой Тату сделал, блядь. Я и говорю, да. Ты Челленджер, это знат был, реально. Охренеть. Он нейтрал, получается, Аси. Ну, скорее всего, да. Вы ебанулись?
А чё, блядь? Хорошо, какой у нас вариант, блядь? Мы втроём сейчас были, и Джонни передо мной уебал его. Ну, может быть, Джонни не это. Напиздел, получается. Либо это... Да, Знат был челленджером, то есть это мирная роль. Я кидал вам челленджер. А вам... А прикиньте, я когда понял, что Джонни импостер, это какая имба была бы. Я говорил, Знат кидал челлендж. Дело в том, что я киллы не делал, каким образом я стрим-снайпер, дело в этом все. Я смотрю, ты выходишь, короче, в образе сперва глича, превращаешься в себя, но я... А я большой? Ну ты... Да, ты большой был. Бля, пиздец. Но ты, большой, ну, ты большой в образе глича? Да. И из люка выпрыгнул, и смотрю, приходит ты как бы глич. И ты обратно превращаешься в себя. Я мог побежать, пойти кнопку нажать, но я такой, нахуй надо, я хотел посмотреть, что глич обещал урагану показать. И они стоят АФК, блядь, вдвоем. Я хотел с кем-нибудь поменяться ролями, а потом у меня тут небольшая накладка появилась. Я кривмейт. Дай челленджеру, я хочу быть челленджером, это фулл имба. Механик, репер, саботаж. А, ну я саботаж ремонтирую, 3 из 3 у меня есть. Маленький, кто тут такой? Ты. Побежал в школу. Оп. А ты уроки сделал, а? Кофе. Школьник. Ты уроки сделал? Ты школьник. Школьник. Ах ты маленький школьник. А ну иди сюда. Школьник, хватит от меня убегать, ты уроки сделал! Догнать тебя! Я уже взрослый, хватит следить за мной! Ребята, кто маленький? Я маленький. Ребята, глич, Сторм. Что? Это импостер. Ну все, выкидываем, ребята, все. Поехали, так, все. Так, школьник, я подожди. Я подожди. Давайте, поехали. Подожди, а за что? А почему? Идите нахуй. Не, ну я Аси доверяю просто, ребят. Вы как бы не думаете, что там мы на рандом кого-то... Это школьник легкомысленный. Я даже ничего сказать не успел. Давай, Аси, блядь, объясни. У меня роль специальная. Какая специальная? Не, давайте просто сделаем, давайте проще просто сделаем, если Ася не прав, то да, ну типа мы Ася просто выкинем. Ну уже, блядь, с шестью там проголосовали, нахуй. А что ты делаешь, я снова делаю? Через Steam их запускать или не могу? Я сам себе, блядь, проголосовал, я вам клянусь, блядь, играть на... Так, ладно, хрен с ним, мы убегаем, мы по факту механик, нам максимально насрать. А где школьник? Алло, школьник, ты где? А где школьник? Я школьника своего маленького потерял. Где мой маленький, миленький школьник? Нет, ну школьник, ты где? А где мой школьник? Ты сейчас тебя размер напиздел? Думаете, Аси? Не, я верю Аси, я верю ему, реально. Я не знаю, моя интуиция меня никогда не подводила, поэтому я доверяю Аси. А может это ураган, который просто так бегает? Нет, я кое-каких событий сделал. Это реально Аси. Ой, наоборот, это не Аси. Я могу даже сказать, что я 3 раза могу чекать. Аси, подожди, просто пикнем кофе за стрим-снайпер, понимаешь? А я-то за что, благодаря? Ты стрим-снайпишь, ты только что. Ну если... Да я шутил, угорал. Да, конечно, блядь, давай. Не, я... А знат-то при чём? Как по приколу. А ты знаешь, кто нет, блядь? Я в Джонике. О, за что? За что знат-то, блядь, я понимаю? По приколу. Приколисты, блядь. Изучайте. Это вам, блядь, карма, ёбана в рот. Карма, блядь. Блядь, я был импостером, я не успел ничего сделать. Кто? Кто бы тебя начал? Я просто, блядь, ничего не успел сделать. Чупикс импостер, а Тато нейтрал этот, иньянер.